В Хасанском районе стартует муниципальный этап всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс является одним из мероприятий по реализации государственной политики России в социальной сфере. Он проводится в рамках объявленного президентом Российской Федерации десятилетия детства. Пропаганда семейных ценностей, повышение престижа семейного образа жизни – вот главные цели всероссийского конкурса «Семья года». В Хасанском муниципальном районе очень много семей, которые бы хотели поделиться своим опытом, своими достижениями и рассказать о том, как они воспитывают детей. Конкурс, он будет документальный, то есть семьи предоставляют свои документы, а уже конкурсная комиссия будет отсматривать и дальше направлять эти документы на региональный этап. И, ну, возможно, победители Хасанского муниципального района смогут принять участие даже во всероссийском конкурсе «Семья года». Конкурс проводится в 5 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций». Участникам конкурса могут стать семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи. Семья, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях. Социально активные семьи, занимающиеся полезной благотворительной деятельностью, просвещающие активную гражданскую позицию, являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов. Семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности, имеющие успешное семейное дело. Семьи, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся физкультурой и спортом и вовлекающие в них детей. Семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 марта 2020 года по адресу: Поселок Славянка, улица Молодежная, 1, кабинет 419.